При отправлении в сети RAMEX отправитель получит накладную международного образца с трекинговым номером, по которому сможет отслеживать движение груза за границей. Раздел трекинга находится на сайте в соответствующей странице. При нажатии на ссылку осуществляется переход на официальный сайт, в котором по номеру, который указан на накладной, вот он в верхнем правом углу под штрих-кодом, возможно трекинговать отправление, после чего получить информацию о том, как двигался груз, что он доставлен, откуда и куда, как двигался и кто получил.